Вот сегодня у нас 9 ноября. И у голубей стекла там побились. Попросил Володя, он полез, вставляет. Кто побил стекла? Перекосило что-то или не знаю даже. Видишь как? Тебе гвоздиков маленьких надо или как? Есть. Чтоб не разбились-то. О, вот тазик, вода. О, еще котик один пришел. Познакомились мы с ним, а? Да хороший такой котик, замечательный котик, а? Ну, да хороший. Сейчас кормить Володя будет. 6-й, 5 кошек кормим. 6-я пришла. Вот так. Отсюда показывает дом этот, все ломают его. Убросил. Ой, как он тут пришел. А вот кошки тут залазили, видел, как одного жулана поймали. Ну что, я пошел, посмотрел, их прибили 4 листа. 3 прибили, один подсунул. Вот, чтобы по стенке тут он не прыгал, кот. Вот он под нее залез, вон он пошел. Вот мы никак тут никак на это не залезли. Он же не кенгуру, не жираф. Залез под эту и реже. А это у меня тут мясо, когда бывает, достану где-то жуланом сеточку. А это тут вот как приспособился, так чтобы бараби не залазили. Жуланы только семечки подсолнечные едят. Вот. Я что-то заделал тут. Ой, ой, убежал. Вот тут вот. Показать надо. Ну, вот это такое здесь. А здесь вот сюда заходит. И там у меня семечки лежат. А тут вот выступает на бровочку. Я так вот раз бровочку эту поставил. И чтобы она не упала, вот так. И жуланчики сюда вот отпадают и туда. А вот изнутри я там смотрю, как они там бегают. О! Это не просто так. А вот сейчас я им еще сыпану маленькие семечки. Вот они семечки. Они тут будут брать. Туда под низ залазят. А кошка-то здесь туда никак не залезет теперь. Все. Это огорожено у нас тут. Растет лук, чеснок. Это чтобы кошки на них не ходили, не мочились. Вон он, котик. Володенька, как он делает хорошо все. Только закрепить, чтобы не упало. Можно и печку истопить вечером. Я рыбу сразу тут на завтра заготовлю. Сегодня нельзя, пятница, среда. Угля, если принесешь, я затоплю. Проверь еще раз, чтобы она не упала. О! А рядом он большие дома, это уже показывает. 21 этаж или 22. И огромная у нас елка растет. Шишек много, вот она какая. Вот дома вот с домами сравним. Вон двухэтажный дом, ну тут не сравнишь. А вот рядом с домом видно, насколько больше его. А когда поселились мы здесь, было намного ниже, чуть не с рост человека. Это везде у нас надписи такие, внутри и снаружи. Никто нам не скажет, что мы тут что-то делали тайно. У нас все можно снимать, никому. Корреспондентам везде разрешаем. Нельзя только в алтарь заходить. И когда оглашенные зайдите, они выходят.
Во. Держись крепче, смотри. Сейчас надо тазик с водой туда в комнату занести. Здесь он застынет. Вот видишь, там нижняя эта палата, поперечина-то, она наклоненная оказалась почему-то. Потом еще раз проверить надо будет. О, куда-нибудь положи, сгодится. Тазик тоже занеси туда и все. Ну все, слава богу.